Эй, привет! Это я, Бебер. Полезный словарный запас. Это что мы посмотрим на Бонжур ТВ. Вот поэтому для вас сегодня части тела на французском. Надеюсь, вам будет нравиться. Corps. Le corps. Tête. La tête. Cou. Le cou. Épaule. L'épaule. C'est féminin. Féminin. Bras. Le bras. Main, la main, dos, le dos, ventre, le ventre, jambe, la jambe, pied, le pied. Конечно, надеюсь, это интересная видео для вас. И я хочу сказать, что если у вас есть вопросы, если вы хотите специфический словарный запас, спросите меня, пожалуйста. Спасибо, спасибо за вашу поддержку. Пока.